Я очень сильная, но Камой совсем на другом уровне. Хоть в силе и выносливости я уступала, у меня была своя стратегия. Стратегия давать ей проводить на мне любые захваты. Прямо как я и хотела. Чего, блядь? Опять, значит, суешь нас не в свое дело. И что, если так? Я не сделаю тебе ничего плохого. А взамен ты больше никому не будешь предлагать свою помощь. Это типа обещание, значит? Не обещание, а сделка. Все просто. Хироми. Что такое, Аки? Ты что делаешь? Просто у меня руки замерзли. А у тебя талия такая теплая. Отвали! Не стоит пугаться того, что другой человек тебя за талию потрогал. Еще как буду пугаться! Сахана, поможешь мне с обедом? Но я же еще не показала раздел биты голышом! Тут и такой есть! Конечно, нет! Но! Я потом пришлю тебе копии. Не врешь? Все что угодно для парня моей сестры. Арин! Это мужская ванна! Я подумала, это пустяк, раз уж нет парней. Но теперь есть один! Мне все равно. А не должно! О! Сейчас неподходящее время! Это так сложно. Говорят, что лишь непорочная дева может сесть верхом на единорога. Двурог же, напротив, никогда не позволит девственнице оседлать себя. Это Альбеда непорочная! Что вас удивляет? Ты же суккуб, сама понимаешь. Конечно, суккуб. Ну, простите, я еще не познала мужчину. Положитесь на меня! Поперечный пас, Иокун! Отлично! Пробивной Аджашин! Сериал закончится на первой серии! Наслаждайся последними минутами! Чёртова рептилия! Кому свежерубленную змею? Мяса много. Я лучше сбегаю, куплю. Поздно. Она вкусная? Она Зонуюрина. Страшная девушка. Дева сделает подкоп, и мы проникнем в церковь. О! Дева, помогай! Придворные дамы, откройтесь, врата! Де... Ва? Похоже, деву нужно выручать. И что случилось? Как ты так? Кто это тебя так? Просто не обращайте внимания. Чего? Мне было скучно, я решила себя наказать. Ты что, совсем с ума сошла? Тито. Чего? А! Просто бы сказала, что ширинка расстегнута. Чего? А ты разве так не экзибиционист изображаешь? Это же глупо. Тито. Что такое, Шина-чан? А? Это я так обнажаюсь. Понятно. Изысканно и смело. Это же глупо. Курока! Похоже, у них там весело. Мисака сама, я закончила и вернулась помочь. Сестрица, это твой заряд любви, я в раю. Трусы отдай, отдай, кому говорят. Не отдам. Кайф. Мало тебе? Ну нахер. Отдай, отдай немедленно. Мы ничего не видели. Я побежал. Опаздываю. Меня зовут Тадакуни. Я живу обычной жизнью и учусь в обычной школе в обычном городе. Эй, Тадакуни! А, Йошитаке, что это еще такое? Вчерашнюю карри доедаю. Это не дело. Если ты опаздываешь, то по шаблону должен есть тост. Я даже не знаю, с чего начать. Сейта, что с тобой? Сан-тян, вставай! Сан, ты так добра, что сама бросилась ему навстречу. Ты ушиблась? Ой, шишечка, бедняжка.
Оставайся здесь, Сан. Тебе ни за что не переиграть меня в игре с мячом. Сбегаю-ка я в медкабинет и позову учителя Рен. Ха! Ты это заслужила! Лежи и привыкай к земле! Луну-сан переполняют отрицательные эмоции. А сколько тебе годиков? Прошу прощения, но я взрослая, хоть и не похожа. Надо же! Как много красавиц! У тебя великолепная лаборатория, Рентаро. Особенно это. Эта девушка просто огонь. Только это парень. Только это парень. Только это парень. Тачибана, мы не исчезнем. Так что можешь смело дружить с нами. Держи, вместе веселее рыбачить. А что делать дальше? Не так. Это то самое аниме, о котором ты вчера говорила, да? Сага Миража, местный проект. Это... Легендарный приз проекта по Саге Миража! Никогда раньше не видела! Вспомнил, что он лежит у меня дома с тех пор, как я выиграл его в аркаде. У тебя слюни. Никому не говори, ладно? Ты отдаешь его мне? Так, что тут еще осталось? О, знакомая штука. Ты меня ей лупила, когда я показывал, как тебе дойки мешают. Да, именно так. Ты стал куда сильнее Исигами. Ты единственный, кто может противостоять Фудзиваре. Конечно, люди способны становиться лучше. Она самая популярная. Какие красивые задние ноги. Идеальная девушка пони. Что вы это делаете? У меня тоже затекает. Потому что ты мелкая. Все мелкое, да мелкое. Представь, каково это? Меня так не называют. Я не часто встречаю людей выше себя. Катанаси? Да. Так. Ну как? Коротышка. Перестань, Сато. Все ведь обойдется? О. Какая встреча, Хиёри? Нет, я не подглядывать пришел! Хиёри, это недоразумение! Ну точно, ей плохо! Какой аромат! Неужели это нашего управляющего? Видела. Беги, сука, беги! Испугалась? Не ранена? Я в порядке, но... Ничего не говори. Все и так ясно. Я не вправе учить вас. Мои руки... слишком испачканы. Нет, не в этом дело. Как бы... у вас штаны спали. Тенда, пожалуйста. Стоило мне начать, как передо мной тут же калейдоскопом пронеслись все недавние события. Пожалуйста, давай встречаться. Конечно, с радостью. Ой, я это оговорился. Не понял, блядь. Я надеялась, что ты будешь немного поумнее, раз уж живешь у Минамитян. О, знаю. Стой, сидеть. Какая честная собака. Так, ладно, лапу. Эй, успокойся. Пожалуйста, прекрати.
Вот. Совсем я не понимаю больших собак. Что за... Не выплёвывай.